На Министерство юстиции возложены функции по реализации государственной политики в сфере риэлторской деятельности. Мы осуществляем также контроль. В рамках выполнения этих функций Министерство проводит последовательную работу, направленную на защиту прав и интересов потребителей риэлторских услуг, на укрепление правовых основ в этой сфере. Большое внимание уделяется недостаткам, которые выявляются в ходе контрольно-аналитических мероприятий. Для решения этих вопросов, а также в целях совершенствования развития риэлторской деятельности, ведется работа по корректировке законодательства. Разработан комплекс мер, направленный на системное изучение и изменение сферы риэлторских услуг. Подготовлены проекты указа президента и постановления правительства, которые предусматривают значительные изменения в сфере риэлторской деятельности. Прежде всего, это корректировка ценового регулирования. Предлагается отменить государственное регулирование цен на риэлторские услуги, связанные с объектами нежилого фонда, а также оказываемые юридическим лицам. Что касается физических лиц, то на данном этапе государственное регулирование цен на оказание услуг сохраняется. При этом фиксированные тарифы заменяются предельными максимальными. Такой вариант позволит риэлторским организациям более гибко выстраивать отношения с потребителями в вопросах оплаты. Второй основной момент – это исключение предоплаты за оказание услуг по найму жилья. Нормы проектов также направлены на решение существующей в наше время проблемы понуждения потребителей к заключению договоров на оказание услуг. Проектом расширены полномочия риэлторской организации по получению необходимой для оказания риэлторских услуг информации. В частности, предусмотрена возможность беспрепятственного получения информации об истории объекта недвижимого имущества, в отношении которого оказываются риэлторские услуги. Предусматривается возможность заключения договора на оказание риэлторских услуг не только в письменной форме, но и в виде электронного документа. Изменяются требования к размещаемой риэлторскими организациями рекламе объектов недвижимости. Также изменены требования, предъявляемые к претендентам на получение свидетельства об аттестации риэлтора. Пожалуй, это основные моменты, которые нашли свое отражение в подготовленных Министерством юстиции проектах нормативных правовых актов.